Доброе утро, дорогие телезрительницы! С вами Регина Салыева, и это снова «Красивые и смелые». Сегодня я хочу вам рассказать, как сделать макияж для юного возраста. Для такого макияжа мы будем использовать французскую пальчиковую технику нанесения. Для этого нам понадобится блеск, перламутровые тени и тушь. Это то, что необходимо для такого легкого макияжа. В данной технике мы не используем ни аппликаторы, ни кисти, ни карандаши. Мы используем собственные руки. Для такого нанесения идеально подойдут перламутровые тени. Если вам кажется блеск слишком интенсивным, вы можете смешивать тени с матовыми. Для нежного возраста лучше использовать блеск для губ, а не устойчивую помаду. Наносим на три точки. Первая точка и две верхних. Юный возраст не подразумевает четкое очерчивание каких-то линий. Поэтому здесь от природы все достаточно красиво, мы только лишь подчеркиваем наше достоинство. Остался заключительный штрих – это ресницы. Ресницы могут быть в дневном макияже коричневого цвета. Если вы собираетесь на вечер, то все-таки черная тушь подойдет. Тушь лучше выбирать на гелевой основе. И наносить ее нужно, легко касаясь. Небольшое количество туши нам понадобится для дневного макияжа. Милые леди, хочу вам дать совет. Не перебарщивайте с косметикой. В этом возрасте вы и так прекрасны, как цветы. А я прощаюсь с вами. Это была Салыева Регина, красивые и смелые. Все виды парикмахерских услуг от стрижки до сложного окрашивания. Профессиональный визаж, ногтевой сервис, наращивание ресниц, реконструкция бровей. Парикмахерская студия Регины Салыевой подчеркнет вашу индивидуальность и создаст неповторимый образ. Улица Российская, 222.